Hey, всем успеха желает Максим Ехал. Так, предметная съемочка. Видеосъемка предметная. 5 рублей 1947 года. Состояние ее... Плохое, как описано в инете. Ну, цена ее... 250 рублей. Это сейчас 115 гривен. Ну, я продаю за 100. За 110 гривен. Вот так вот моя цена такая. Сегодня сделаю новый канал на ютубе Нумизматика. Новый канал. Новый плейлист на своем канале Нумизматика. И там будут у меня такие монеты и бумажные деньги тоже. Вот. Вот предметная видеосъемочка. А я являюсь менеджером торговой марки Себек. Доставка питьевой воды по Харькову. Доставка бесплатна. Мы экономим ваше время и ваш кошелек. И ваше время. Обращайтесь ко мне, я менеджер Максим. Заказы принимаю с 7 до 22 без выходных. Можно мне позвонить на 099-199-5888. Это также и Viber. Звоните. Почему вы должны позвонить мне? Потому что у нас бесплатная доставка. Бутыль стоит 19 литров всего. 37 гривен за 19 литров. Ой, я, честно говоря, не выспался, я что-то говорю такое, да, вот. А чем хорошо купить у меня, потому что вам не надо будет стоять ни в очереди, ни на улице, это ж холодно. А так, к вам человек приезжает, вы звоните нам, там можно заказать, если вы два бутыля, то по 37, если больше, количество больше, то скидки идут 35 гривен, там 33, 30 гривен, 28, 25 даже есть. А есть даже 20. Но это большие количества, от 200 штук. Тут от 200 бутылей. Работаем как по безналичному расчету, так и по наличному. То есть, представляете, как классно. Вам не надо идти ждать корову на улице. Вы в это время можете что-то чем-то другим позаниматься, любимыми делами. Но одеваться надо. Идти в автомат. В автомате, может быть, закончится вода, а вы туда кинули денег. И потом вызванивать, ждать и нервничать. А так, позвонили, приехала машина, когда вам нужно. И человек вам приходит, ставит бутыль, потом меняет помпу, меняет бутыль. Все за вас делает, вы ему платите 37 гривен, или 35, или 33, или 32, или 30, или 28, или 25, или 20, вот, и все. Наш сервис самый лучший в Харькове, обращайтесь ко мне, все. Всем успехов желает Максим Вехов, пока-пока.